Руководство межрегиональных сетевых компаний Северного Кавказа провело в Пятигорске видеоселекторную пресс-конференцию. В интерактивном режиме на вопросы журналистов отвечал исполняющий обязанности гендиректора гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Калмыкии Кральби Жангуразов. Представители СМИ интересовали вопросы, так или иначе касающиеся задолженности потребителей перед поставщиками. Меры по отношению к неплательщикам и задолженникам будут ужесточены вплоть до расторжения договоров, отметил Кральби Жангуразов. На согласование этой инициативы с федеральными органами власти уже отправлен пакет документов. В жесткой форме такие также были высказаны претензии к Нальчикэнергосбыту. Уже несколько лет предприятие из 200 миллионов рублей долга оставляет непогашенными 27 миллионов. Ранее Кральби Жангуразов уже высказывал идею об устранении розничного рынка недобросовестных перепродавцов электроэнергии. Этот шаг, по мнению представителя МРСК Северного Кавказа, мог бы ощутимо повлиять на повышение ликвидности обязательств по оплате за свет. Кроме того, было высказано предложение о выдаче в обязательном порядке государственных и муниципальных гарантий по оплате электроэнергии потребителями, которые по закону нельзя лишить поставок.